Начинаю вторую часть видеообзора про левый блок, то есть левую голову, микрокомпонентную систему UX-T300. Первую часть я уже показывал, рассказывал, но не дорассказал того, что хотел показать и рассказать. С правой стороны более младшенькая модель, тоже GVC, правда, без шильдика, но я шильдик точно такой же смастерю за колхожу. Но это уже модель, кстати, тоже микрокомпонент систем UX-T550. Прикольно то, что вот эта модель 300-я собрана в Японии, вот эта модель 550-я собрана в Китае, но качественно, качественно. И акустика, кстати, вот от этого блока. Так, ну вот смотрите. Вот здесь вот я заколхозил, в первой части я уже показывал. То есть вот антенну я заколхозил. Вот так вот, выдвину ее. Вот так вот. Здесь антенны нет. Здесь все штатно. А здесь вот я антенну заколхозил. И вот, даже, например, вот если так посмотреть... Я обратный отчет пойдет, то есть не 65 и в гору, то есть плюс, то есть это там долго время надо ждать, пока до, скольки там, 92 начнется. Я обратный отчет, то есть вот эта кнопка и вот эта кнопка, и посмотрим, это без антенны будет проскальзывать, это первую радиостанцию сразу же найдет. Так вот. Так, и вот так. Нажимаю одновременно. Так, нет, надо удерживать. Так, громкость я добавлю. Хотим поздравить дорогую, любимую сестренку Коваленко вот Галину. Ищет. Счастья. И самое главное, не унывать. Всего тебе светлого, ясного, лучшего и прекрасного, Сергей и Елена. Еще одно сообщение. Привет лучшему экипажу. Эта колонка подключена к этой голове. Эта колонка подключена к этой голове. И видите, без антенны, она будет искать радиостанцию. Я имею в виду, эта голова будет искать радиостанцию и не найдет. То есть нужен будет там проводок какой-нибудь зацепить только тогда. А это сразу же нашла. И вот те ребята, которые говорят, вот, заколхозил, там, испортил, испоганил аппарат. Я уж промолчу про них. Я обычно называю так анонисты, аутентисты. То есть, как бы, не флаг вам в руки, а что-то другое. Ладно, речь не о них, как говорится. Так. Эту я пока голову выключаю. Кстати, вот в первой части вы могли видеть, что здесь я встроил USB, microSD, FM, Bluetooth модуль. Чуть позже покажу вторую китайскую приблуду и органы управления, куда чего я повесил. А вот здесь вот, так, ну вот. А вот здесь вот, в этой голове, немножко как бы окошко по-другому. И вот здесь вот я хочу в этой модели анализатор спектра. Но он еще не спаянный. То есть вот такой пришел. Я запаяю аккуратненько это все. Вот. Но первым делом пойдет этот... у меня два таких вот. Первым делом пойдет Евгению из Анапы на его магнитолу Panasonic RX-DT680. Это будет уже попозже. То есть вот вовнутрь я встрою, ну, в принципе, это все подходит, вот, и затонирую. Так же, как и здесь, вот я затонировал, ничего же не видно, что, чего, куда. И здесь также затонирую, и будет уже анализатор спектра звуковой. Так. Ну вот, разверну. Вот это вот.
голову. Так, пока соберу антенну, чтобы она ничего никуда не зацепилась. Так, и вот разверну эту голову. И вот посмотрим. Вот они, две головы. Еще раз говорю, сюда я встроил микропереключатель китайской приборы. Вот она. Одной. Вот это второй. Там картридер microSD. Карточка все еще там она. Так, где? Вот так вот если сделать. Вон она, карточка торчит. Так, попробую ее вытащить. Отщелкнуть. Нет, не получается. Так, ну вот. С подручным материалом, с подручным инструментом. Ну вот. Вот я отщелкнул. Вот сейчас защелкну обратно. Все, защелкнул. Ну, microSD карточками, я думаю, вряд ли кто будет пользоваться. Это уж я показываю, рассказываю, что я могу и это сделать. Так, органы управления китайской приборы. В первом виде, первой части видеоролика, видеообзора я уже показывал, рассказывал. Не может сфокусироваться. Ну вот. Вот они. То есть вот эта кнопочка, микрокнопка, отвечает за режим работы китайской приборы. USB, microSD, FM, Bluetooth. Вот это будет отвечать за увеличение громкости, следующий трек, следующая радиостанция. Вот эта кнопка третья. Пауза на USB, на microSD и автопоиск радиостанций. И четвертая кнопочка отвечает за уменьшение громкости. Предыдущие треки, предыдущая радиостанция. Так. Пока выключено. Вот так если включить. Вот так выключить. Так, сейчас разворачиваю обе головы. Так, эту разверну. И эту разверну. Так, и вот смотрим. Сейчас я сзади включу. Ну, в принципе, можно ее выключить, голову. Сзади я включу другую приборку. Сейчас нащупаю. Ну вот. Сейчас показывает 17 часов 25 минут. Режим работы я повесил вот сюда, на эту кнопку. Но она как бы как качелька. То есть, если слева нажимаешь, получается... Ну, сейчас я просто покажу. Так, вот общая картинка. Так, например, нужна регулировка. Вот я нажал, минуты пошли. То есть, ну, нажимаю и удерживаю. Вот и они минуты. Сколько было? 25 минут. Вот 25 минут. Так, левую нажимаю, это часы. То есть, вот опять же, 18, 19, 20. Было 17 часов. Так, нажимаю кнопку. Так, сегодня 30 января. Вот 31 есть. Вот один. Сделаю также 30. Так, месяц. Сколько месяцев в году? Правильно, 12. Вот 12 и первый месяц. Так, дальше. Год. 2021 год. Прошу прощения, не на ту кнопку нажал, хотел. Ну, ничего страшного. Могу вот так вот сделать. Здесь, насколько я помню, до 2050 года запрограммирован. Да. Так, дальше. Калибровка вольтажа. Ну,
от 0,5 до минус 0,5. Ну, поставлю так вот примерно. Так, калибровка температуры от минус 5 до плюс 5. Ну, пусть будет вот так вот. Так, идем дальше. Не помню, что это. Так, тоже не помню. Так, LL. Это яркость дисплея. Вот нажимаю. Вторая позиция, третья позиция. То есть она яркая. Ну, видно, да, сразу. Ну, в ночное время лучше как бы использовать первую позицию. Она не так сильно бьет по глазам. Так. Например, если нажать вот эту кнопку сразу, без регулировок, то есть будет показывать первый месяц, январь, 30 число, то есть 30 января. Если еще раз нажать, будет показывать температура 23 градуса и 6 десятых, ну 7 десятых по Цельсию. Так, еще раз нажимаю, показывает показания вольтажа 5,3 вольта. Если еще раз нажимаю, то есть будет уже чередоваться. Сейчас смотрим. То есть вот чередуется. Если еще раз нажать, будет только показание часов. 17 часов 25 минут. Вы не смотрите, что это 0,54. Здесь часы не настроены. Так, включаю музыкальный центр. Так, громкость выведу чуть-чуть. Так, на AUX переведу. Так, и сейчас буду включать сзади вторую китайскую приводу. Так, вот так. Вот. Включил. И сейчас могу включить... Например, опять же, USB-флешку. Вот. А, кстати, по Bluetooth-каналу не смогу показать. Почему? Потому что жена все еще не приехала. Телефон сотовый при ней. То есть китайское изречение показывать буду на следующих, будущих видеороликах. Громкость как можно увеличить? Так, здесь тоже увеличу. Так, на паузу. На паузе. Тишина в колонке, никакого фона нет. Все, о чем так долго я мечтал. Громкость можно как уменьшить. Так, Bluetooth, например, да? Подчеркнул, что в работе. Так, вот Bluetooth. Громко сейчас максимум вырулю. Так, где? Вот, 50 это максимум. По Bluetooth каналу никакого паразитивного фона нет. Подключена только эта голова к этой колонке. А эта голова подключена к этой колонке. Ну, могу включить для контрастности. Так, громкость уменьшу. Так. Ну, режим работ, например, вот я рукой опять же сзади. Так, громкость можно увеличить. Громкость как можно уменьшить, можно так и увеличить. Вот, поставил на паузу, снимаю с паузы. Так. Приятного вечера. Режим работы. Так, выключаю эту китайскую прибуду, выключаю эту. И можно как дежур, в дежурном режиме, ну, могу и выключить вот эту.
В дежурном режиме можно, скажем так, смотреть часы. Ну, как-то так.